человеку не выжить мне там за 100 рублей, а то у меня ребенок заболел, пожалуйста. Регистратор сработал. Охренеть. Ты это видел, да? Да. Слышь, пареньки пьяные вообще. В жопу. Слышь, они походу ехали на красный, да? Вот эти на зеленый кто-то разворачивался. Ебать, я первый раз в жизни видел. Я тоже. Я никогда не видел вообще. А, меня стрясет, слушай. Что там принял? Жив, нет? Выехал на красный. Слушай, хочу, слышь. Девка, слышь. Слушай, мне бы, конечно, бы оставить телефон, чтобы. Зафиксировать. Да, 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 да. Я на самом деле давай остановимся, просто подойду. Давай, давай. Дам давай. Телефон. Чтобы. Давай, ну, давай, давай, на... выходи. Ты на аварийку. Нет, сейчас до туда все-таки я перейду. А, ну давай. Что там кто-то въебался, по-моему, не хуело. Ну, блядь, ну ты придурок тоже смотрит, блин, сейчас чуть меня не перебьешь. Сейчас. Пиздец, вот сука, хочу ебаный, блядь. Вообще просто кошмар. Блядь, один на красный несся. Хочу, нёсся. Сука, хуеть, можно. Подожди, сейчас. Пиздец вообще. Да, конечно. Сука, хочу, ебаный пидор, блядь. Гондоны, блядь, пойди, что ли, бутылку, ебаный. Не надо, подожди, сейчас. Сука. Блядь, сиди мне здесь, просто ты... нахуй. Подожди, блядь, мне нужно телефон давать, поэтому ты сиди здесь. Сука, блядь, я вообще охуеваю, блядь. Так, мне это очень ты мне нужен в машине, чтобы ты сидел. Ёбаные говнюки, блядь. Так. Сука, еще говорят, нах, расист, расист. Вот они, фу, блядь, гандоны. Как у меня аж прямо трясучка. Сука. Это прикинь, сейчас ни пробок, ничего. Я постою по машине, ничего. Я просто еще эти сайты все время смотрю. И как бы, ой, понимаешь, что в каких-то моментах лучше, ну, видео, да, показать. Ну, да, проблем нет. Блин, слушай, пришлешь мне, пожалуйста, ладно? Я тебе скину. Блин, то лося сбиваю. Пиздец, тебя вообще везет. Ну, бери нахуй этот видеорегистратор, чтобы не было ничего херни. Не, ну без регистратора тоже врезался в том году. Звук снимает? Да, все снимает. Там весь нас мат. Я тебе еще покажу лося, блин, как мы. Там били. Жестко мат. Там мат, блин. Я тут тоже с матом ругался, хронически-то. Блин, охренеть, да. Блин, я, честно говоря, первый раз в жизни не увидел аварию. Я первый раз в жизни увидел аварию. Ты что, сама участвовала? Да? Ну, как бы, да, с лосом было до этого. Блин, реально, это не было. Блин, ну это надо быть вообще мудаком. Знаешь, хотя знаешь, вот с другой стороны, блин, ну конечно, Юля, ну, честно говоря. А где там разбил лоб? Ну там, я подошла. Не сильно, на самом деле. Все да, нормально, да, там, все нормально. Я говорю, я медик, блин, там, если что, помощь нужна, они говорят, не, все нормально. Говорю, знак аварийной остановки поставьте, иначе ваши штрафуют. Ага. То есть, если треугольник не стоит, момент передвигающий. Перекрёсток куда его ставить? Неважно. Просто поставить куда-нибудь. А, поставить 15 метров, со стороны. Ну да, там со стороны Лиговского надо ставить и со стороны площади. Так а если один знак положен по закону, один в багажнике тебе? Да, ну две машины. И они в разных концах, в разных, ну, понятно, с разных сторон. И это, по-моему, 1000 рублей, если знака не будет. Да, деньги же будут стоить вообще. Ну там другие тоже, знаешь, нет, мог. Если с тобой.
тобой, он с той стороны ехал. То есть как бы он ехал так. И он решил проскочить, да, видимо? Голову мыть. Еще подарок цветы покупать. Без машины поеду, поэтому надо. Там же еще без машины, да, пробки. А хотя выходной день. Суббота пробка все равно. Да ладно. Да, в воскресенье только на пробках. Ебать, Регистратор сработал. Охренеть. Ты это видел, да? Да. Слышь, пареньки пьяные вообще. В жопу. Слышь, они походу ехали на красный, да? Вот эти на зеленый кто-то разворачивался. Ебать, что ли? Я первый раз в жизни видел. Я тоже. Вообще. Я никогда не видел вообще. А, меня стрясет, слушай. Что там принял жизнь, нет? Выехал на красный. Слушай, хочу, слышь. Девка, слышь. Слушай, мне бы, конечно, бы оставить телефон, чтобы. Зафиксировать. Да, 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 да. Я на самом деле давай остановимся, просто подойду. Давай, давай. Дам давай. Телефон. Чтобы. Давай, ну, давай, давай, выходи. На аварийку. Нет, включи. Сейчас до туда все-таки перейду. А, ну давай. Что там кто-то въебался, по-моему, нихуево. Ну, блядь, ну ты придурок тоже смотрит, блин, сейчас чуть меня не вперёд еще. Пиздец, вот сука, хочу, ёбаный, блядь. Вообще просто кошмар. Блядь, один на красный нёсся. Хочу, сука, хуйни, блядь. Подожди, сейчас. Пиздец вообще. Да, конечно. Сука, хочу, ебаный пидор, блядь. Гондоны, блядь, пойди еще и бутылку, ебаный. Не надо, подожди, сука. Сейчас. Сука. Блядь, сиди ну здесь, просто нахуй. Подожди, бросит, мне нужно телефон давать, поэтому ты сиди здесь. Сука, блядь, я вообще охуеваю, блядь. Так, мне сиди. Это очень ты мне нужен в машине, чтобы ты сидел. Ёбаные гомняки, блядь. Так. Сука, еще говорят, нах, расист. Вот они, фу, блядь, гандоны. Фу, у меня аж прямо трясучка. Сука. Это прикинь, сейчас ни пробок, ничего. Я постою к машине, чё? Я просто еще эти сайты русские все время смотрю. И как бы Ой, понимаешь, что в каких-то моментах лучше ну, видео да. показать. Да, проблем нет. Блин, слушай, пришлешь мне, пожалуйста, ладно? Я тебе скину. Блин, то лося сбиваю. Пиздец, вообще везет тебе. Ну, бери нахуй этот видеорегистратор, чтобы не было ничего херни. Не, ну без регистратора тоже врезался там. Звук снимает? Да, все снимает. Весь нас мат. Я тебе еще покажу лося, блин, как мы... Там жестко мат. Там мат, блин. Я, в принципе, тоже с матом ругался хронически. Блин, охренеть вообще. Да. Блин, я, честно говоря, первый раз в жизни не увидел аварию. Я первый раз в жизни увидел аварию. Ты что, сама участвовала? Да? Ну, как бы, да, с лосом была до этого. Блин, реально, это не было. Блин, это надо быть вообще мудаком. Знаешь, хотя, знаешь, вот с другой стороны, блин, ну, конечно, Юль, ну, честно говоря. А где там разбил лоб? Ну, там, я подошла. Не сильно, на самом деле. Все нормально, да, там, все нормально. Я же, я медик, мне там, если что, помощь нужна, они говорят, не, все нормально. Я говорю, знак аварийной остановки поставьте, иначе вас оштрафуют. Ага. То есть, если треугольник не стоит, молитва перед гаишником. Перекресток куда его ставить? Неважно. Просто поставить куда-нибудь. А, поставить со стороны. Ну да, там со стороны Лиговского надо ставить и со стороны площади. Так а если один знак положен по закону, один в багажнике у тебя? Да, ну две машины. И они в разных концах, в разных, ну, понятно. С разных сторон. И это, по-моему, 1000 рублей, если знака не будет. Да, один уже будет стоить вообще. Ну там другие тоже, знаешь, ехать могут. У тебя приключения, слушай. Очень насыщенно. Ну, слушай, с тобой нормально. Что в тот прошлый раз бы там Фокс себе показывал, там да, тело клеило вместе с нами. Что в этот раз бы такие фишки. Ну, слава богу, все живо, стало плохо. Блять, пиздец. Что, тут тоже аварий? Ну, в попочку поехали целоваться. Ну, да, тут. Блин, охренеть. Я тут себе довольно жестко был, реально, с мотанком. Одни полные 80, и хер ехал, на 60. А я не поняла, он откуда взялся? Они-то видел, он я вместе слева... с тобой, он с той стороны ехал. То есть как бы он ехал так. И он решил проскочить, да, видимо? Отказался.
малышек, у меня не выжить, у меня там за 100 рублей, а то у меня ребенок заболел, пожалуйста.